Є інформація про те, що Росія почала знімати підрозділи зі сходу України і перекладати їх на Курщину під Суджу. Об'єктивно, останній час РФ має певні успіхи на фронті. Давай тут спробуємо трошки попрогнозувати, пограти в шахи, як будуть розгортатися події на лінії фронту, як може змінитися театр бойових дій, і от які ви зараз бачите сценарії розвитку подій? Ну, россиянам придется реагировать на развитие этой ситуации, на наше движение однозначно. Те колонны, то количество российских войск, которое было, попытка была купировать развитие ситуации и брошена на, практически на убой под наши удары дальних средств поражения. Эти войска, они в принципе были не готовы выполнять определенные боевые задачи, так как это были либо срочники, либо охрана аэродромов или охрана близлежащих военных объектов, которая была снята и брошена на попытку остановить воинские части, которые воюют уже 11-й год. Ну, естественно, их размолотили, такое избиение младенцев называется. А вот сейчас россияне начинают снимать часть, несколько подразделений снято с Волчанского направления, уже пытаются туда выходить, на Курск. Есть информация о том, что снимают россияне, не пока еще не в большом количестве, но тем не менее, снимают россияне с Часовьярского и Торецкого направления части войск и будут перебрасывать, или уже пошли они в сторону Курска. Я думаю, в течение суток они уже будут на подходе, надо будет встречать их со стороны либо востока, либо юго-востока, в зависимости от захода на эту площадку. Переброска идет сейчас, буквально в это время идет переброска кадыровцев. Ну, это Росгвардия, по большому счету. Это немножко не Ахмат, не та сборная солянка, которая под финансированием Кадырова, а именно кадыровцев. Росгвардия, переброска идет с Кавказа. Ну, я думаю, в течение пару дней они туда доберутся. Иногда могут по дороге где-то остановиться, чебуреков поесть, но, может быть, на третий день точно доберут. То есть эту ситуацию россияне однозначно будут пытаться оккупировать. Мы ее увидим, развитие ее в течение выходных. То есть где-то на понедельник уже будет понимание процессов, куда, до какой степени эта ситуация дошла. Снятие войск, ну, допустим, с Кавказа, если пойдут Росгвардия, там, в принципе, могут возникнуть некоторые ситуации, связанные уже с развитием именно на Северном Кавказе, с развитием освободительного движения. Там есть силы, которые могут запустить этот процесс, то есть надо будет этим силам активизироваться. Сейчас уходят оттуда Росгвардия, то есть кадыровцы, которые, в принципе, Северный Кавказ контролировали, ну, как-то пытались, по крайней мере, значит, будет попроще ребятам там выполнять боевые задачи. То есть здесь такой закон физики о перетекающих сосудах. Потому вопрос этот может быть решен. Увод российских войск из-под Волчанской части, ну, вряд ли даст там какие-то нам поблажки в этом смысле. Почему же россияне, в принципе, в последнее время в районе Харьковского направления не сильно активничали. То есть они там по некоторым позициям перешли в оборону, а в принципе могут снять часть войск и перебросить. А вот наступающие воинские части в районе Часовьяра и Торецка, эти части сейчас будут выводиться из боя и перебрасываться на Курск. Вот это для нас может дать такой положительный момент. Ну, как минимум, мы можем остановить там наступательные российские действия. Хотя еще пока не видно сворачивания и вывода войск с Покровского направления, из-под Очеретина. То есть они как давили на Очеретина, там уже, ну, наверное, пара десятков километров осталось до Покровска с Очеретинской площадки. Это для нас большая проблема, ее надо будет там однозначно купировать. Сейчас пытаются как раз вот этими действиями, растянув по флангам российские войска, пытаются купировать общее движение на Покровск, это уже наши войска, наше командование. Но пока на данный момент информации о том, что оно остановлено или как-то выводятся войска, нет. Начало боевых действий в районе Курска, по большому счету, по классике ведения боевых действий, должно быть зеркально отражено и такие же боевые действия на юге фронта. То есть растяжка по фронту — это север, юг или там левый, правый фланг, в зависимости, как смотреть. По югу также наши войска сейчас активизировались. Вот мы видели успешную работу
наших гуровцев по Кинбургской косе. До этого был удар Арктана по Тендровской косе. В принципе, работа дальними средствами поражения по крымским военным объектам, по ПВОшным в течение ночи. Это тоже как раз вот отвлечение внимания россиян, растяжка по фронту. Потому я думаю, вот такой комплекс мероприятий, который проводит сейчас генерал Сырский и наш генштаб, даст возможность уменьшить плотность войск на Восточном фронте и попытаться хотя бы остановить по некоторым направлениям остановить российское наступление. Почему? Потому что Донбасс, на Донбассе мы отходим, мы отступаем, мы теряем сейчас на данный момент Донецкую территорию, потому для нас это очень важно. То есть купаж именно этого направления. От якраз в зв'язку з цим, пане Романе, має певне уточнення. І одразу скажіть, чи коректно взагалі так казати? На вашу думку, чи можуть пожертвувати росіяни Курським напрямком заради Покровського напрямку, де вони все-таки мають певні тактичні успіхи? Могут. Почему? Потому что Россия, ну, это 10 тысяч километров с северо-запада на юго-восток. То есть, по большому счету, они могут отходить хоть до Урала, хоть за Урал. Прекрасно это понимая, для них, в принципе, территории не имеют значения как таковые. Не имеют значения, тем более не только территория, а население, которое живет на этих территориях. Тем более, это же, в конце концов, это наши украинские территории, там большая часть населения — это этнические украинцы. Потому без проблем, так сказать, бросят эти территории, и они могут за счет движения в сторону Покровска, вернее, за счет курского направления двигаться дальше в сторону Покровска. То есть они могут все-таки оставить одно направление на Покровск. Ну, значит, там придется работать другими методами. То есть придется туда перебрасывать дополнительные силы, средства, может быть, подключать дальние средства поражения на эту, но по этой стороне. Но об этом, естественно, знать может о резервах как таковых, оперативных резервах, количестве их, знать может только Генштаб и главком. В ближайшие, опять же, 2-3 дня это будет понятно. В принципе, в понедельник мы как раз проговорим всю эту ситуацию, которая произойдет за это время. Також, пане Романе, маємо хорошу новину, яка точно вартує окремого лайку від наших глядачів, про те, що Збройні сили України захопили біля Суджі на Курщині склади з боєприпасами, які призначалися для наступу росіян на Сумській області. Про це запевнив в ефірі наших колег Брачук. На вашу думку, наскільки ця інформація може відповідати дійсності? Чи дійсно вдалося таки захватити склади з боєприпасами? Та про яку кількість, можливо, вам відомо? Ну, это логика развития процессов. То есть россияне создали три участка, пытались создать, по крайней мере, три участка, пытаясь растянуть уже наши войска по фронту в районе Харькова, в районе Сум и в районе Богодухова. То есть еще в районе Богодухова они там, ну, там небольшое количество войск сейчас есть. Еще есть четвертая точка, но с нее уже начали войска уходить на Курск. Это крайняя северная точка, можно так сказать, это район Брянской области, Клинцы-Климово, это рядом с Беларусью. То есть там это старый аэродром, воинская часть располага российская, и в Клинцах новая база, которую они отстроили буквально за несколько лет и развернули ее где-то с 21-22 годов. И там тоже большое количество войск. Оно, в принципе, готово было двигаться в сторону Чернигова, Черниговской области, но сейчас они пытались перетечь в Курскую область. То есть вот перебросить хотели их на Суджу. Одна из колонн, которую мы уничтожили, как раз это вот эта колонна из-под Климова и Клинцов. Потому россияне создали несколько точек для дальнейшего движения. Начали они только с площадки Белгородской на Харьков. Вот мы это с мая месяца наблюдаем. Но готовились двигаться в том числе и на Сумы. Там были развернуты, правда, сборная солянка. Там реальных воинских частей практически не было. Ахмат, ФСБшники, грушники, срочники, погранцы, то есть сборная солянка, которую они пытались формировать, вот месяца три пытались, в конце концов подвезли туда вооружение, подвезли туда боеприпасы, создали склады для движения на Сумы. А во время разворачивания боевых порядков, то есть буквально там
за определенное время, за несколько часов или, может быть, там, за сутки было принято решение нанести и по ним удар. Почему он, в принципе, и был очень удачным. Те части, которые, наши части, которые развернулись для отражения удара в режиме обороны российского, видели, естественно, все эти разворачивания, было принято решение нанести превентивный удар, то есть рассекающие некоторые удары, которые как раз вот эту российскую группировку рассекли, зашли методом тактического просачивания, зашли им в тыл. Почему там ахматовцы, там, допустим, или часть тех же срочников попала в плен? Потому что они, мы их уже прижимали к нашей границе. То есть, естественно, при этом движении были уничтожены и захвачены в том числе и склады от этой группировки, которая готовилась двигаться на Сумы. То есть это правильный тактический ход и грамотное принятие решения нашим главкомом. Слушайте, ну вот, знаете, вот эта вся история с народными республиками, шутки шутками, а это все-таки вот подходит к какой-то определенной реальности, потому что некоторое недовольство, я думаю, что у жителей в Курске есть, в области тоже, возможно, и в Брянске найдется некоторое недовольство. Возможно, пока они вот освобождены от вот этого путинского режима, захотят провести референдум, проведут его и отделятся. Может же быть такое. Вот глава ГУР говорил, что, в принципе, есть человек, который бы мог, так сказать, это все возглавить. Вы понимаете, не надо искать руководителя этого всего, потому что его никто не примет ни с одной стороны. Во-первых, провести этот референдум надо немедленно, прямо сейчас. Вот у меня есть электронное голосование дистанционное, люди регистрируются по паспортам, мы его проведем, я им проведу с удовольствием. С удовольствием проведу такое вот курянам голосование за отделение от... А давайте проведем, интересно. Давайте, что нужно сделать? А ну как, вот у нас есть приложение Фейгин Лайф, мы объявили, оно уже, слава Всевышнему, значит, уже полгода работает, регистрируются люди по заграничным, правда, паспортам, мы же должны удостоверить их лично, что они граждане Российской Федерации, мы можем ограничить это только жителями Курской области, попытаться, это надо доработать, и, пожалуйста, да, с другой стороны, что это только Курская область, пусть голосуют и другие тоже, может, они россияне-то, они же... Границ не знают, они же могут проживать на любой территории. Вот пусть, да, мы сейчас вот подумаем, сейчас, наверное, проведем такой референдум, я, наверное, инициирую его. Почему нет-то? Пусть голосуют через свои смартфоны и так далее. А действительно, они за то, чтобы создать Курскую Народную Республику? Ну, я бы назвал по-другому, чтобы не было аналогии с ДНР, ЛНР, а давайте назовем ее там Курской Демократической Республикой. Почему нет? КДР. Вот. Почему нет-то? А в чем проблема? Поэтому, ну, вот сейчас мы думаем над этим. Понимаете, какая здесь ловушка в том, чтобы кого-то объявить? То есть это типа посаженный отец, вот типа он на штыках в СУ приехал и так далее. На это никто не подпишется с точки зрения там, политического его имиджа. Но, хотя на самом деле там среди вошедших в Курскую область, я так подразумеваю, думаю так, я этого не знаю. Но, наверное, есть и русские подразделения, состоящие из русских граждан. Легион Свободы России, РДК, они сейчас вот сообщают в своих значит, ресурсах, в соцсетях о том, что они тоже участвуют. Какие проблемы-то? Мы знаем о неагрессивности и отсутствии экспансионистских намерений у киевского руководства. Оно не собирается присоединять Россию к Украине. Вот нет вообще такого желания. Никогда оно не провозглашалось. А в рамках войны, они, освободив эти территории, дают возможность русским самим определить свою судьбу. А почему нет-то? Знаете, когда Наполеон шел, вы же знаете, после Великой Французской революции отменены были все ограничения, и никакого крепостного права, как вы понимаете, во Франции не было. То есть все граждане были ситуаем свободные, да, вот все были свободные. Значит, а вот шел Наполеон до Москвы, и вот он им говорит: у нас крепости-то нет, вы свободные крестьяне, все, вы не помещиков, люди. Вот. А крестьянство-то русское, оно как-то вяло отреагировало на возможность освобождения вот даже посредством иностранного оккупации. Вяло отреагировало, ничего не сделало. Да, бушевали какие-то восстания, поджигали поместья, но русский человек как-то не особо среагировал на эту возможность. При Гитлере был по-другому, он колхозы не распускал, например. Выгодно было получать там какой-то налог местный, значит, собирать... Разверстку какую-то осуществлять именно с коллективных хозяйств, потому что, ну,
как было в такие сроки в той же Курской области, или неважно, Воронежской, которые были оккупированы в период Второй мировой войны немецкой армии, вермахтом, значит, создавать фермерские хозяйства или что-то в этом роде. Ну, то есть, все равно в конечном итоге русский человек вяло реагирует на открывающуюся возможность свободы. Нет бы пользоваться этим, создавать свободную жизнь, но это пока медленный процесс. Я думаю, что это не произойдет как бы сверху. То есть, в Курскую область, в освобожденную часть, могут потянуться русские из других регионов. А почему бы им этого не сделать? Ну, такой прозаический вопрос. Почему бы им не подтянуться туда и не собираться там, и не создавать какое-то там собрание свое учредительное? Почему бы нет? Нужно, чтобы сами русские туда шли. Понимаете? Гражданские шли. Их, наверное, не пустит российская армия туда, в зону оккупации. Но, тем не менее, возможность такая есть. Нужно, чтобы инициатива пошла из самой, изнутри России. Вот это очень важно. Будет ли она, способны ли на это люди, есть ли у них смелость это осуществить, не знаю. Я не знаю, пока не скажу. Из эмиграции тут не привезешь никого и не посадишь туда, значит, управлять этой ситуацией. Это так не получится. Игорь Александрович, мы с вами в этой студии уже неоднократно говорили о том, что нам необходима стратегическая победа. Мы говорили о том, что только она может изменить ход войны. Мы с вами называли главным таким направлением Крым и все, что касается Крыма, и что это болезненная такая точка на теле Путина, потому что он его почему-то видел как своим детородным органом. Не знаю, почему у него такая была реакция, но тем не менее. А тут Курск как-то вдруг оказался на карте уже как бы не российский получается. Что происходит? Где реакция? Почему 4 дня все молчат? Почему никакой, не знаю, там, помощи ОДКБ? Вопросов очень много. Вы знаете, во-первых, то, что мы говорили одно, а военное и политическое руководство Украины делает другое, это лишний раз подчеркивает, что ни вы, ни я не являемся ни военными, ни политическими руководителями Украины. И я боюсь, что это хорошо. Вот. У меня есть сильное подозрение, что те люди, которые реально руководят сейчас боевыми действиями со стороны вооруженных сил Украины, они в этом лучше разбираются, чем я и даже чем вы. Вот, поэтому, причем они продемонстрировали сейчас то, что, ну, на самом деле, единственный возможный способ остановить то, что происходило последние недели, а последние недели происходило наползание вот этой вот туши российской оккупационной армии, потому что она, безусловно, ну, что там говорить, Россия превосходит Украину в численности населения очень существенно, намного. В несколько раз по военному потенциалу, по экономическому потенциалу, это очевидно. И вот когда лоб в лоб, просто вот так вот на фронте лоб в лоб, то, конечно, вот эта вот туша российской оккупационной армии, она, в общем, передавливала. И остановить ее можно было только абсолютно каким-то нестандартным ходом. То есть взять и зайти, вот, например, в Курскую область. То, что Россия проницаема изнутри, у России нет границ. Они не только, как Путин говорит, нигде не кончаются, они отсутствуют. То есть Россия после того, как распался Советский Союз, она не занималась обустройством своих границ. Потому что никогда не было предположения, что кто-то может эти границы нарушить извне. Изнутри, да, сплошь и рядом. Россия сплошь и рядом вторгалась к своим соседям, но представить себе, что кто-то может нарушить эти границы извне, в России не хватало фантазии. Вот. И поэтому выяснилось, что очень легко это сделать. Марш Пригожина показал, что Россия внутри не защищена ничем. И это вот лишний раз свидетельствует, ну, там какие-то попытки, так сказать, остановить
вооруженные силы Украины были, но они очень легко были преодолены. Вот, значит, замечательные героические это самое, кадыровские тиктокеры, они просто разбежались. Срочники попали в плен. Вот, противостоять украинской армии никто не смог. В результате произошло то, что произошло. То есть, на самом деле, территория, которую сейчас занимает вооруженные силы Украины в Курской области, она существенно намного превышает площадь Харькова. То есть Харьков — это 350 квадратных километров, а вооруженные силы Украины контролируют 450 квадратных километров. Количество беженцев уже измеряется десятками тысяч. Ну, это можно просто посчитать. Значит, 220 миллионов рублей дано на помощь беженцам из расчета 10 тысяч на одного человека. Ну вот разделите и получите 22 тысячи. Это только по Курской области. А там есть еще и Белгородская область, в которой беженцев не меньше. Сейчас происходит тоже и эвакуация, то есть фактически возникают беженцы в Липецкой области. То есть на самом деле вот это новая реальность, с которой, по крайней мере, жители прифронтовых областей столкнулись. То, что Украина в этом смысле держит паузу, ну, слушайте, мы с вами знаем театральное искусство, основной закон. Умение держать паузу — это отличает хороших актеров. И поэтому то, что Украина ничего никак не комментирует происходящее, ну, это только плюс, потому что остаются гадать, а что же они хотят. И более-менее понятно, что сейчас у России есть очень ограниченный выбор возможностей. Либо надо как-то останавливать, а значит, надо снимать какие-то воинские части. Резервов особых нет. Значит, надо как-то ослаблять наступающие части. То есть, на самом деле, Украина, по крайней мере, перехватила стратегическую инициативу. И это очень здорово. Я думаю, что... И самое главное, как мне кажется, самый главный результат – это не только чисто военный, но и морально-политический, потому что я просто вижу, физически ощущаю тот подъем, который есть сейчас в украинском обществе. То есть, на самом деле, вот это, ну, примерно то же, когда оккупантов погнали из Киева, когда было Харьковское наступление, и когда было Херсонское наступление. То есть это вот действительно очень воодушевляющее событие, поэтому, ну, прямо вот здорово. То, что происходит, это просто очень здорово. Чувашия готова принять жителей Курской области, пострадавших при атаке ВСУ, заявил глава республики Олег Николаев. Соловьев пишет: ракетная опасность объявлена в Курской области в 10-й раз за день. Так иногда бывает. Глава Чечни говорит о том, что хорошие результаты в Курской области в течение 2-3 дней следует ждать. Слова Рамзана Кадырова приводит агентство «Чечня сегодня». Ранее командир спецназа «Ахмат» Абтел Аудинов сообщил, что находится в Курской области вместе с одним из отрядов спецназа. Ну и почему-то РТ очень этим хвастается и говорит, что вот у нас целый «Ахмат» находится где-то там. Правда, то, что Ахмат должен был охранять как будто бы Курскую область, об этом почему-то забывают сказать. Ну и, собственно, о том, что сам Абтел Аудинов как-то рассказывал, что они-то, конечно, там, но где ВСУ, они не знают, потому что они как-то прошли мимо них. Ну что, дорогие друзья, и я уже нахожусь в Курской области, и спецназ Ахмат, один из отрядов, находится здесь потихоньку. Мы уже здесь нарастились. Будем делать свое дело во благо нашего государства. Ничего критического, трагического не произошло. Да, противник зашел на приграничные территории. Несколько населенных пунктов заняты противником. Он максимально пытается продвигаться. Наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы. Получается, он, я так понял, все бросил сюда. Все подразделения сражаются мужественно. Да, где-то есть у нас потери. Да, где-то есть, я так понял, и пленные тоже. Ситуация на месте чуть-чуть. Ну, я думал, конечно, что она менее так обширна.
увидел, узнал. Ну и в то же самое время, опять, что бы кто ни говорил, опять же, я не вижу ничего критического, кроме того, что мы сейчас воюем на территории Российской Федерации и погибают жители исконно российской территории, исконно наши граждане. Вот это, к сожалению. Ну, то есть ничего такого неординарного не происходит. Противник просто зашел на территорию России впервые со Второй мировой. Немножко взял пленных. Ну, ничего страшного, подумаешь, первые пленные, что ли, попали в украинский плен? Да ну нет, конечно, их там кормят, за ними там смотрят, их там обхаживают со всех сторон, все прекрасно, ничего страшного, откормятся там в Украине. Немножко погибают жители исконно русских территорий. Немножко, конечно, получается, сгоревшей техники. Немножко, конечно, там как-то ситуация обширнее, нежели он думал. Ну, в принципе, ничего не произошло. Ну да, все хорошо, прекрасная маркиза. Примерно так, по этому принципу. Самое смешное, конечно, это объяснение этого бравого кадыровского командира о том, каким образом они пропустили. Он говорит, они мимо нас прошли, мы их не заметили. То есть так-то бы мы, конечно, их просто вот порвали бы, если бы, так сказать. Но на самом деле все это, конечно, ерунда, потому что как раз вот эти Z-пропагандистские телеграм-каналы, они, в общем, более правдивы, чем российский официоз, хотя они в том же направлении, они сторонники войны, они рассказывали, как эти кадыровцы мужественно бежали в рассыпную при виде приближающихся вооруженных сил Украины. Так что лишний раз подтвердили, что это действительно тикток войска в самом прямом смысле. Вот. Так что на самом деле тут есть, понимаете, какая штука? Проспали все, что произошло, это был очевидный просчет разведки российской. И, в общем, вся эта невнятица, которая звучит сегодня с российских экранов, она, безусловно, результат того, что не дали методички. То есть не успели предупредить, не сообразили. А что говорить? А что говорить, когда говорить нечего? Мне больше всего понравилось поведение Путина. Он, значит, весь вчерашний день подписывал документы. Документы, каждый из которых он подписал 10 законов, которые направлены, ужесточение наказаний, там запрет пользоваться телефонами на фронте, значит, там всякие другие там, значит, разрешения судебным приставам применять оружие, естественно, против россиян, потому что судебные приставы, они же не воюют с украинцами. Короче, 10 законов, которые сильно направлены против граждан России. То есть это вот напоминает 10 сталинских ударов. Только у Сталина это все-таки были попытки бить по фашистам. А здесь 10 путинских ударов, направленные против граждан Российской Федерации. То есть у меня такое ощущение, что Путин начинает соревноваться с вооруженными силами Украины, кто сильнее и больше ударит по Воронежу, условно. Вот там конкуренция явно идет. Пока, надо сказать, что Путин лидирует. Все-таки он 10 ударов таких мощных наметил, которые в целом, конечно, вреда гражданам России принесут, пожалуй, что и больше, чем на ВСУ. Но ВСУ тоже старается не отставать. Так что очень, очень нелепо это все выглядит. И действительно, абсолютно... Главное, ясности нет, что они собираются делать. Понятно, что они сейчас должны как-то останавливать развитие успеха. Но ВСУ со своей стороны укрепляется в Курске. То есть это явно... Вы знаете, я сначала, когда все это началось, 6 числа, я сначала думал, что это все-таки рейд. Ну, такие рейды были в Белгородскую область, в Брянскую область. Потом постепенно стало понятно, что это по количеству людей и потому, что не собираются уходить, что это не рейд, а что это действительно фронт. И сейчас фортификационные сооружения собираются возводить или уже возводят вооруженные силы Украины. Так что это фронт. Это просто фронт. Второй фронт, который на сегодняшний момент открыт. Это может быть,
если сложится все удачно, это может быть перелом войны. То есть на самом деле настоящий перенос войны на территорию России. Это совсем другая история. Ну и что касается Запада, то в целом Запад реагирует достаточно спокойно. То есть если кто-то ожидал, что будет там какое-то одергивание со стороны Запада, ничего подобного не происходит. Мне больше всего понравились немцы, которые сказали, что да, леопарды воюют на территории, но, так сказать, на территории России. Но немцы пожали плечами и сказали, ну так это же теперь украинские леопарды. Мы же им передали, поэтому это теперь не немецкие. Это украинские леопарды, они мяукают по-украински. То есть это, в общем, совсем, это их дело, как они, где они воюют. Хоть пусть на Москву идут. Так что все, ситуация очень неожиданная для Кремля. Кремль, безусловно, проспал эту ситуацию, ну и это хорошая новость.